Приветствую всех на канале Лана Арт. И сегодня у меня небольшой обзорчик такой из магазинчика Леруа Мерлен. Я поехала туда за очередной лампой. Так, сейчас как бы ее показать. Ну, все, наверное, эту лампу уже знают. Это отсвечивает вот лампа Юни светодиодный светильник. Так, это у нас размер, что-то здесь не вижу, если честно. Так, кто разбирается в показателях? Вот показатели этой лампы. Лампа на 14 ватт. Мне кажется, конечно, это немножко мало для растений. Так, это заявленный спектр. Здесь в упаковку лампы входит уже... Так, сейчас. Минуточку. Так, вот в стоимость лампы входит, в общем-то, вот сама лампа. Так, немножко вверх ногами, но вот светодиодики тут такие здесь. Вот. Также входит шнурок уже с розеткой. Вот такая соединительная часть. Это для того, чтобы соединять последовательно несколько ламп. И, я так понимаю, какие-то приспособления для крепления. И заглушечка. Так. А также входит сюда еще инструкция. Так, инструкция, меры предосторожности, гарантийный срок. Вот. Так, стоимость этой лампы 782 рубля. Это стоимость в Леруа Мерлен, Москва. Так, что еще я приобрела? Ну, вот такой вот, как сказать, то, как он называется у нас, адаптер электрический. На 4 розеточки. Вот. Также приобрела я мини-парнички. 37 рублей они стоят. Я вот взяла 6 штучек. Сейчас очень много посевов. И такие вот мини-парнички очень удобные. Они с крышечкой сверху. Очень удобно сеять. И взяла еще несколько видов семян. Это колиусы. Вот такой вот серия фейерверк. Черный дракон. И серия красный бархат. Тоже серия фейерверк. И две штучки абриетты. Вот таких расцветок. Я уже сейчас посеяла смесь, но мне хочется вот посеять их по отдельности. Я уже примерно представляю, что это такое. Что это за растение, как с ним работать. Потому что уже сейчас знакома. Ну вот, вот такие покупки. Общий чек составил 1256 рублей 70 копеек. А на этом все. Всем до свидания. Спасибо, что посмотрели мой небольшой обзор. До новых встреч. Всем отличной рассады, прекрасных дружных сходов и красивых-красивых цветов.